Thank you.
Ну, давайте находки посмотрим. Смотрите, сколько мусора. Фольга, непонятно от чего. Язычки, пробки, какие-то кусочки ржавчины. В общем, вот такое, всякая фигня. Мелочи попалось. Сегодня даже металлоскатель цепанул две пятерочки по 5 гривен. Не знаю, с чего они сделаны, но металлоскатель на них реагирует. Хотя, ну, скорее всего, это не черный металл. Почему-то я думал, что они из черного металла сделаны. Нет, цветной. Мелочь. Все Украина. Ну и попались 50 центов. Евроценты. Вот. Ну, а все остальное, как я уже сказал, мелочь Украины. Смотрите, сколько бижутерии. Серьга блеснула, блин, так четко думал, ну все. Есть рыжик. А оно, оказывается, бижутерия. Крестик. Смотрите, что уже с крестиком стало. Но, тем не менее, это крестик был. Пол сердечка на красной ниточке. Кусочек какой-то цепочки. И две брошки или заколки, как они правильно называются, даже не знаю. Вот такая одна. И вот такая. Вот. Смотрите, сколько серебра. Вот это не знаю, кстати, что это. Скорее всего, не серебро. Не, это что-то с бижутерией сейчас знаю. Браслетик серебряный. Раз. Причем целый. Немножко разогнутый. Вот здесь я уже посмотрел. Вот здесь разогнуто, и он слетел просто. В общем, браслетик. Раз. Колечко серебряное. Два. Вот такая вот штучка. Ну, это цепочка, скорее всего, была. Тоже разорвана, смотрите. На конце какое-то сердечко. Надпись «Лавы». В общем, серебряная вот такая цепочка. Разор. Или браслетик. Даже не могу сказать. Оторванный. Видишь, видите, замочек вот остался, а здесь оторвано. Или как-то, ну, в общем, не знаю, что это такое. Для цепочки вроде как и маленькая, для браслетика вроде как и большое. А может и небольшое. Наверное, браслетик все-таки. Вот так вот, да, браслетик был. Вот такой, смотрите, цепочка. Ну, цепочка явно порвана. Вот он замок, вот кусочек оторвано, видите, серебряная цепочка. Три крестика. Очень много я уже разговаривал и с батюшкой, не с одним, и в церкви. Крестики нужно находить и нужно возвращать людям, потому что многие пишут там, ну не многие, но пишут, что вы, крестики брать нельзя. Нет, крестики брать нужно. Мы уже с Мишкой жертвовали 40 серебряных крестов, и еще сейчас соберем, тоже отвезем в церковь. Так что обязательно собирайте серебряные, забирайте, никогда не бросайте. Это святыня, нужно возвращать людям. В общем, три серебряных крестика. Два целых, а один, видите, ушко разорвано. Вот так. Часы нашел. Кстати, идут. 9 часов утра вот сейчас уже. Понырял я. Второй акваланг мне не понадобился. Все. Вроде успел. Вот многие-то опять же спрашивают меня, сколько я с аквалангом. Больше часа мне. Где-то 1:20 мне хватает спокойно так плавать на глубине около 3 метров. Вот. Ну и по золоту. ХП. Хьюри Паккерт. Очередной. Одна серьга. А вторая-то рыжик. А вторая-то золотая. Ну вот. Вот такие, друзья, сегодня. Подпишись вот сюда. На вот этот.